Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вет. Добро пожаловать на канал Жизнь Ве. Привет, стажер! Привет, Вадим Шлак! Сегодня мы знаете, чем займемся? Чем? Сегодня я вам покажу, как выглядят крутые, заряженные, тюнингованные тачки под конец летнего сезона. Все, финаль, ля финита, ля комедия, и здесь есть на что посмотреть. Вот твоя тачка какая любимая? Семерка. Пойдем поищем здесь семерку. А твоя? Копеечку я бы взял. Ну, я думаю, копейку мы здесь найдем. Про что идет речь? Речь идет о дрифткарах, о корчах, которые заряжены. Вот и, пожалуйста, у нас здесь 7 имеется, да? Да, это у нас 7 или пятерка, я не знаю, как отвечать, честное слово. И здесь, на самом деле, этот вариант хороший. Этот вариант хорошо сохранился. Почему это дрифт-корч? Мы уже сами знаем, если мы посмотрим в салон, то здесь у нас особенный ручник, который не фиксированный, а который чисто подавлен, чтобы давать как следует угла. Вот, но это еще хороший вариант, он отлично сохранился. Почему я говорю, что отлично сохранился? Потому что, друзья, есть у нас видеоролик про красную бэху, которую обещали зарядить, воткнуть классные моторы, прям сделать ее топовой тачкой. Вот этот видеоролик, если не смотрели, обязательно посмотрите. И не соврали, это сделали. Правда, мы этого заснять не успели. Как не успели, почему не успели, сейчас покажу. Вот она, это BMW. Ну, здесь она выглядит хорошо, но посмотрите на нее сбоку. К сожалению, ее умотали на трассе, точнее не на трассе, а прям в городе. И, судя, как нам сказали, это тотал. Но на самом деле она даже еще ездит. Вот эти старые бампера, капоты. Не знаю, как он открывается здесь. Стажер! Ну-ка, открывай капот, показывай подписчикам. Вот, и на самом деле ребята занимаются здесь Power Slide движением. Вот оно получается написано. Это Богдан и его команда. А? И что я должен сделать, стажер? Я же в немцах-то не разбираюсь. Т-34 в них разбирается. О! Вот, можно посмотреть сверху, как получается ушел стакан. Я думаю, это грустно немножко, но она все еще ездит, несмотря на то, что геометрия кузова нарушена, она ездит, да в принципе здесь живой мотор, в принципе на самом деле отсюда все можно вынуть и засунуть какой-нибудь другой кузов. Ну и конечно здесь грустно то, что это как бы легендарный в каком-то смысле кузов, он хорошо уже покрашен, хорошо уже сделан, и вы помните в каком состоянии была до и в каком состоянии сейчас. Ну блин, жалко, что мы не сняли для вас то, как она была в идеале. Ну, повторюсь, я оставлю, получается, инстаграм человека, который ей занимался, и там у него сторис, даже есть сторис, как ее умотали вроде бы как. Посмотрите в описании, перейдете, посмотрите. Так, стажер, ну-ка вылазь из чужой машины. Тут это... Что? Так повело, что сцепление не выжимается. Да? Слушай, она едет, тебе сказали, что она едет? Ты вылазь, там примета плохая, говорят же. Какая примета? Ну, намотаешься на стол. Фигня. И ребята, которые занимаются этим дрифтом, этим движением, я лично их уважаю, постоянно смотрю у них какие-то новости. И это не боевая травма, это было получено ни на треке, ни во время дрифта, там просто ДТП произошло, и человек даже не виноват. А вот здесь вот уже видно, что ну как бы сезон прошел, вот допустим, вот этот вот автомобиль представлен в таком состоянии, что все, как бы сезон закончился, и он свое сделал, он теперь идет жить в гараж, готовится к следующему сезону. Все они опять же заряжены под дрифт. Тима, это праворульный автомобиль. Да, вот немножко он японского происхождения, поэтому вылазь оттуда. Точно японец, да? Тоже на бэху, в смысле, похож. Что это за тачка? Давайте мы не узнаем. Напишите вы в комментариях, что за тачка. Может, я какой-нибудь... Ну, это же Марк, да? Вадим Шлак, как эксперт, скажи, это Марк? Это Автосприт R. Понятно. Это Nissan Laurel. А, тут написано. Ну, не понял, как я говорил. Здесь все понятно, здесь все классно. По-моему, двигло здесь стоковое, да? Давайте посмотрим на двигло. Ну, я люблю слапы. Ну-ка, дерни там, пожалуйста. Но здесь прикол, конечно, он в аэрографии, точнее, в наклейках. Они работают. Ну, не будем тогда дальше ломать. Ну, я думаю, здесь стоковое двигло, это зажига, как бы их берут, чтобы не париться. По крайней мере, здесь стоковый радиатор, это точно. Вот он, уральский наш стиль. Да, почему нет? Двигаемся дальше, посмотрим, что еще у нас сохранилось. То есть, вот, получается, у нас раз живая тачка, пока все. Здесь под конец сезона совсем грустновато.
Это гольф, да, если я не ошибаюсь? Да ведь? Да. Отлично. И тут без двигателя история. А вот это у нас наша, опять же, боевая классика. Длинная классная машинка, куча деталей внутри. Что ты хочешь стажёру видеть? А, ой, ну тут тоже видно боевую травму. Это, скорее всего, тоже во время дрифта было прилюбано-прилизано. Ты давай открой капот посмотреть. Слушай, смотри, вон здесь датчик дополнительно выведен. Это датчик заряда аккумулятора. Так, ну здесь ток, по крайней мере, более-менее ухоженный, это уже радует, то есть инжектор. Как бы... А, ну да, наверное, такие тачки с инжектором не были, или были, да нет. Это не сток. Это свап, по-любому, это свап с другой жиги, и здесь, опять же, да, правильно заметил Вадим Шлак, что здесь нету короба, здесь у нас инжектор. Ну слушай, ну да, впрыск помощнее, поинтереснее, но суть это не меняет, это все равно уже жигулевский... Мотор и капот тоже жигулевский. Ну, стажер, не переживай. Я помню, что он вот в этом видеоролике ты недавно купил себе тачку, ты же ее продал. Да. Я нашел тебе новый автомобиль. Вот, пожалуйста, садись, катайся. Тебе такие нравятся, да? Судя по всему, этот тоже обнялся со столбом автомобиль. Ну, повезло, что он, походу, леворульный, да, был? Так что... Это Nexia. А, Nexia, узбечка, да, так называемая. Почему узбечка? Я не знаю. Так называют ее. Ну, короче, можешь кататься. Не, можешь спасибо. Не благодарить. Потом деньги переведешь. Вот. 4 таких приклада хороших здесь было, судя по всему. Но машина все равно боевая, тоже заряженная. Вон, смотрите, опять же у нас этот ручник. Слушайте, ребят, надо, наверное, тоже такую тачку сделать, зарядить ее как следует. И тоже, может быть, заниматься дрифтом. Опять же, только нам нужен задний какой-нибудь привод. Так хватит дергать чужие ручники, Димас. А представь, как было бы тебе приятно на ней ездить. На жиге? На жиге по... как это называется? По трассе, по треку, на льду. На таких здоровых шипах. А чего приятного-то? Дрифт боком. Ну, блин, а потом вот так же, как с Nexia будет. Вот, да. Я тебе про что говорю, дрифт это приятно, а вот ездить на таких я бы не стал. Ну, я так понимаю, ребята здесь их хранят по той причине, что на самом деле это боевые тачки, на которых ездят, на которых дрифтят. Ну, на такой нереально ездить вот по городу. Прикинь, ты живешь вот этой историей, и у тебя тут ручник торчит, это небезопасно. Ребята, наверное, это понимают, и поэтому используют эти тачки только для фана, получается, для развлечения. А что такое? Это закрывание. А, закрывание у нас здесь. Да. А, ну. А это что? Это и копейка, да? Да, копейка. Ну здесь у нас получается сток. Прям сток. Это копеечный же движок, правильно? Судя по вентилятору, вроде бы копеечный. И беспонтовый ДААЗовский карбюратор, насколько я знаю. Ну прям сток, но возможно тоже ухоженный, отлаженный, капитальный. Это сверху, так сказать, не понять. Так. Что тут у нас? Хороший руль. Спортивный руль стоит у нас. Спортивный руль. А здесь ручника нету, да? Или что? Точнее... Ну, здесь есть спортивный руль. Хочешь, я научу тебя водить этим рулем? Давай. Садись. Ну и что, как рулить? Как рулишь? Трещотку берешь и рулишь, как это, на судне штурвал у тебя. Вот так вот, что ли? Понятно, спасибо. Спасибо, что научил. Запах в этих жигулях, он такой, вы знаете, вот... Вот я если его почувствую, значит, стопудово я в жигулях. Но есть еще одна совсем свежая тачка, которая только увидит наши пермские дороги и треки. Пойдемте покажем. Вот он, зверь. Настоящее японское сердце. Самый лучший дрифткар. Лучше всех на треке. Вот он. Nissan Tirana. Моя тачка. Нет, на самом деле, конечно, я говорю про Марк. Морковка, она всегда была классикой для спортрайдинга, для дрифтинга, для пауэрслайда, для всего, что из этой темы. Потому что это Марк. Праворульный Марк японского производства. И сейчас Богдан, опять же, который занимался всеми этими машинами, продолжает ей заниматься. И сейчас она вот в таком состоянии. Ну, я не знаю, нам, по-моему, по мне так она уже заряжена. Есть же спойлер, да? Спойлер есть. Что еще надо? Я вот за боевую классику больше. А я вот Японию бы взял. Какую Японию тебе? Тебе вон
Вон эта девочка за рулем, видишь? Вот, тебе такую же логотип навешаю, тебе будешь кататься. Не, это не мне. Видишь, вот, написано Молотов. У меня фамилия Молотов. И вот чё? Я уеду на ней сегодня. И чё, Молотов это вообще-то город Пермь так назывался. Ну а я откуда? Я из Перми. И чё? Ну вот и всё, машина моя. Во-первых, она не твоя, а ребят, которые ими занимаются. Ну, вот, я на ней поезжу. Да если тебе разрешат. У тебя 16 только. Прокатит. Ага. Вон Спарта написано, это про меня. Да по-моему, без я не знаю, ребят. Power Slide, Drift, это все, конечно, круто, но я больше за оффроад. Мне вот нравятся боевые такие злые машины на огромных колесах, которые грязь гребут. На таких, конечно, не подрифтить. Хотя я вот на буханке в этом видеоролике боком ехал, когда меня на лебедке втянули. Но вообще, я придерживаюсь позиции Вадима Шлака в этом плане, потому что боевая классика — это боевая классика. Она дешевая, она легкая в эксплуатации, она легкая в ремонте. Типа, если ты ее вообще втоталил, ты можешь ее отремонтировать за месяц. И на металлолом сдать. Да, и не жалко как бы. Если ты втоталил японку, все, пиши пропало. Детали ты на нее не наскребешь, потому что сейчас в почете именно классическая такая Япония, именно GDM, и как бы на них деталей, ну, понятно, что можно достать, но это долго их ждать. Заказывать откуда там, типа, знаешь, в ларьке они не продаются. Да, я думаю, дешевле купить другую совсем и так же ее зарядить и все. То есть, ну, из запчастей, которые остались целыми. Ну и что, целую новую тачку, к новому сцеплению, к новому всему привыкать, но по-новому заряжать. Это не то, это так не же вариант. Металлолом ее потом все. Ну, уже жалко, знаешь. Но почему мы сюда вообще пришли? Порассуждать, конечно, хотите услышать ваше мнение. Напишите, что по-вашему круче для дрифта, Япония или наша боевая классика. Потому что то и то, в принципе, пригодно. Тут уже дело вкуса, я считаю. Но дело в другом. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть, как эти тачки отжигают на треках. Потому что мы действительно можем устроить этот видеоролик для вас, если вы наберете 15 тысяч лайков под этим видео и напишите много комментариев. Потому что, несмотря на то, что летний сезон закончился, и все-таки сезон дрифта еще впереди. Ведь зима, гололед, это прям ледовые треки, это прям круто. Вот будешь на 4WD дрифтить. На 4WD, кстати говоря, очень интересный дрифт. Бывает такой, я прям видел. Это реально возможно. Типа у тебя передние тянут, задние толкают, и ты поворачиваешь. На 4WD тоже можно круто дрифтить. На танке тоже можно дрифтить. Да, у нас есть видеоролик, там буханка дрифтила, которая гусеничная привод, поэтому можно. Надеюсь, рано или поздно нам тоже повезет на аукционе купить какой-нибудь автомобиль, который заряжен под дрифт или который можно было бы зарядить под дрифт. Напишите ваше мнение в комментарии, какую тачку нам поискать или какую было бы здорово найти на аукционе, чтобы тоже присоединиться вот к ребятам, к их сообществу пермских дрифтеров, пермского стиля и так далее. Надеюсь, то, что видеоролик вам был интересен, то, что вы посмотрели на кучу необыкновенных автомобилей, и напишите ваше мнение в комментариях об этом. В любом случае, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Смаилов, или же Вия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.